В минувшие выходные двое детей выпали из окна в Павлодаре. Число подобных трагедий, к сожалению, растет именно с приходом теплого сезона. Как предотвратить несчастные случаи, об этом смотрим далее. Чаще всего подобные трагедии происходят, когда дети остаются без присмотра. Жителям города напоминают о том, как важно быть бдительными и следить за детьми. В период, вот как раз когда наступление теплого времени года, запускается акция «Безопасное окно». Данная акция у нас предполагает размещение дошкольными организациями на веб-страницах информации для родителей, проведение тематических занятий с детьми на темы правил безопасности поведения дома. Проводятся круглые столы с привлечением сотрудников полиции, медиков, родителей. Значит, в этом году мы запустили челлендж, значит, «Закрой окно, спаси ребенка». Флешмобы организованы у нас с группами предшкольной подготовки и с детьми старших групп. Также на LED-экранах торговых домов в общественном транспорте запускаются предупреждающие ролики для граждан. К сожалению, даже москитные сетки не всегда предотвращают падение. Их первоначальная задача – защита от насекомых. Существуют различные решетки и замки на окна, но самой надежной защитой от падения все же остается бдительность. Безопасность жизни в руках человека. Родителям необходимо усилить контроль за детьми. И также необходимо укрепить окна дополнительными решетками, замками. Принятые дополнительные меры спасут и сохранят жизнь ваших детей. С начала весны в Павлодаре зарегистрировано 20 фактов падения из окон. Большинство из них – дети от 3 до 5 лет. Кристина Каспирович, Досымбек Токай, Ертыс Ахпарат.